идем загорать. Я куртку, привычка просто, вот анапская привычка, брать с собой куртку и купальник, потому что мало ли что, я просто мерзляк. Но иду загорать. Ну все, я загораю, и мне ни капли не холодно. Как и мне. Кто так, кто вот так. Так, да? Вон там, вон далеко. Кто вот так, вот так, вот так, и вот так, и вот так. Вот так, по 2-3 человека лежат, загорают. А я, знаешь, чувствую тебя прямо шпионом каким-то. Серьезно. Будешь купаться? Нет, купаться не буду. Я мерзляк. Пока только загорать. Пока я собралась загорать, солнышко исчезло. Исчезло. Так, что вы делаете? Рассказывайте. Там сделаем. У него будет вот тут вот ров. Мы его нашли железку. Мы эту железку так поставим. Тут ворота и забор. Ух ты, здорово. А я вот, знаешь, думаю, чувствуешь себя немножко странно. Хочется и как бы людям показать, что тут у нас в Сочи происходит. А с другой стороны думаешь, а зачем показывать? Полить места называется. Чтобы не ужесточили, не дай бог. Пока есть возможность хоть где-то гулять. О, так что не знаю даже как. Короче, чувство такое странное, смутное. В общем, градусник у меня это навернулся опять. Батарейки надо где-то брать. Денег нет на батарейки. Все. Денег больше нет. Водичка прозрачная, ну, по ощущениям, да, градусов 13, холодная. Купаться, я бы не рискнула. Вот загорать, да, самое оно. А воздух где-то 25 на солнышке. 23-25, но это по моим ощущениям. Но, о боже. Кстати, оно довольно-таки философский фильм, я бы сказала. Его можно вполне себе применить к ситуации, которая происходит в мире. Помните, чем оно закончилось? Как только дети перестали его бояться, оно исчезло. Вот так. Друзья, мир делится сейчас на две части, на туда и на сюда. Об этом я говорила еще 3 недели назад. И заклинаю вас, не делитесь ни на тех, ни на других. Оставайтесь, если хотите, посерединке. В общем, чтобы мир был прежним, добрым, счастливым, улыбающимся.